Если кто исповедует меня пред людьми, того я исповедую пред Отцом моим Небесным. Евангелие от Матфея, 10 глава. Для чего же он не довольствуется только сердечной верой, но и все требуют и устного исповедания. Порой спросишь, что верую. Да я, говорит, верую в душе. Такой веры нет. Прямо говорится. Для того, чтобы побудить нас к дерзновению, к большей любви и усердию, и возвысить, почему и говорит ко всем вообще, а не разумеет здесь одних только учеников. Не их только, но и учеников их старается он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других дерзновению, но и перетерпевать все легко и охотно. Это многих из тех, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам, и отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению, и исповедавшие в блаженном состоянии получат большее воздаяние, когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения, и грешник в отсрочке наказания думает находить для себя выгоду, то он равносильно или еще несравненно больше предлагает воздаяние. Ты приобрел более для себя, говорит он, за то, что ты первый меня здесь исповедал. И я, говорит он, обогащу тебя более, когда дам тебе более и несказанно более, так как я тебя исповедую там. Видишь ли, что там приготовлены награды и наказания? Что не ты? Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждой? Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся. В будущем веке ожидает тебя за это сугубая награда. Если же сделаешь что-нибудь худое и останешься без наказания, не ленись, там постигнет тебя наказание, если только не переменишься и сделаешься лучше. А когда не веришь этому, то из настоящего исключай о будущем. Если еще во время подвигов исповедники бывают так славны, то подумай, каковы они будут во время раздаяния венцов. Если даже враги прославляют их здесь, то не возвеличит ли и не прославит ли тебя человеколюбивший и всех отцов? Тогда будут возданы и награды за добрые дела, и наказания за злые. Потому отвергающиеся и здесь, и там будут мучиться. Аминь. Завтра 8 часов. Все.